Твери устраняют последствия обильного снегопада. За прошедшую ночь силами МУБЖЭК с городских улиц было вывезено 1680 кубометров снега. А придомовые территории в порядок после непогоды приводят управляющие компании. В среду в разных районах города дворы и проезды чистили тракторы. Подробности в нашем сюжете. Трактор работает в небольшом дворе на улице 15 лет октября. За ночь придомовую территорию сильно занесло снегом. Расчистку ГУК Московского района начала с самого утра, чтобы в течение дня провести очистку как можно большего количества дворов. На улице Красина, 53, чистят дворовый проезд и подходы к подъездам. Также трактор работает на Коноплянниково и Мичурино. За день этой управляющей компании предстоит привести в порядок еще минимум 10 придомовых территорий Заволжья. Фронт работы у нас сегодня обширный. Нам надо по максимуму почистить дворовые проезды, чтобы могли и машины подъезжать, и чтобы людям было комфортно выходить из подъездов. Завтра продолжим, пока весь фонд не закончим, потому что снегопад как бы не заканчивается, поэтому трактор – это зимой наше все. Улично-дорожную сеть города спецтехника МУБЖЭК убирает в круглосуточном режиме. Сегодня в дневную смену работает более 30 единиц. Днем дороги и тротуары обрабатывают песко-соляной смесью. Ночью продолжится вывоз снега.